Привет, с вами Андрей. У нас Shatter Pixel Dungeon. Прохождение мага. У нас вот такие вот, собственно, вот такой вот сит. Вот такие вот способности в данный момент. Вот такой вот у нас инвентарь. По зачарованиям, собственно, у нас присутствует скорость. На природе у нас слепняк. Слепняк, кстати, очень хорошо. Мы можем ослепить магов. Вот. Собственно, двигаемся дальше. В прошлых сериях мы, собственно, прибежали. На нас сразу напал этот скелет. Наверное, полагающий, что он нам нужен. Видели, как он блокирует удачно. На самом деле, под щитом у нас больше защита, но мы слабее под щитом. Это, кстати, антимагический чемпион, которого не пробить магией, поэтому по нему палочкой бить бессмысленно. Просто бьем его физой. Еще один скелет. Да как же вы утомили, а? Вот такое чувство, что... Давайте перекусим. Скелета будем бить в двери. Видели, сколько раз он заблокировал дверь, а? Ну, это просто пипец какой-то, конечно. Что-то мне подсказывает, что наша экипировка, которая у нас присутствует, она у нас 14 тира, я имею в виду щит, и даже не зачарована ни на плюс один, что очень плохо. Собственно, перешли на следующий этаж. В теории, конечно, можно было бы взять это, но мы не так часто пользуемся этими. Способностями, поэтому сложно сказать, наличие смертельной опасности, солнечные часы перестали отбрасывать тень. У нас, собственно, солнечные часы, которые увеличивают респаун врагов. Короткий меч, ничем особо не примечательный. Вор, который спит, мы не будем его будить, пускай дрыхнет. По возможности его лучше не будить. Он, конечно, не особо сильный противник, но просто классная комната, крайне эффективная. Собственно, страж. Страж бить надо магией. Поэтому бьем сразу магией. Растущий чемпион ДМ. Это прям пипец, как больно. Все растущие чемпионы. Кстати говоря, щит действительно 14. Потому что... О, скелет нас дважды атаковал. Поэтому, наверное, стоит его все-таки. Палочка, ну конечно, палочка, кольцо нам, ну куда его? Поэтому будем брать в любом случае палочку, как у нас предоставится возможность. В идеале, конечно, на ловушку не наступить, но для того, чтобы на нее не наступить. Мы знакомы с палочкой, палочка плюс один. Собственно, мы убили. С некромантов тоже падает зелье исцеления. Ну, если, конечно, у вас нет бонуса удачи, то там вообще рандомайзер полный. Собственно, ДМ на такой дистанции это просто полный финиш. Наша задача его разбудить. Ага, замечательно. Два ДМа там. Давайте подождем одного из них. Ну да, судя по всему. Нам нужно... ДМ, кстати говоря, проснулись. А нам нужно переодеть доспех, потому что щит у нас получается нулевой. Так я это понял, потому что очень мало урона на щите висит. То есть как мало, то есть мы пропускаем ход как будто бы.
Хотя мы, по идее, не должны его пропускать. Мы, конечно, замедлены, да, но не, ну, не, у нас скорость передвижения замедлена, а не скорость атаки, поэтому... Опа, отлично. Урон. Огненная ловушка. Давайте наступим в воду, чтобы деактивировать ее. Наличие смертельной опасности у нас нарисовалось. Собственно, гигант. Гиганты, конечно, в идеале бит магии, но капец, как по нему мало урона проходит. Не будем мы тратить на него магию, давайте его бить руками. Собственно, гигантский чемпион получает меньше всего урона. Толстенький ходит по... Сейчас эта гнида нас будет притягивать. Поэтому подползем к ней, чтобы она нас не притягивала. И отступим. А проблема в том, что сюда еще ползет вор. Нам нужно его убить. Вор нам... А, это наш свиток. Я думал, вор нам свиток подарил. Воры в основном дарят артефакты. Какой же гигантский жирный. Это просто трындец какой-то. Вы не представляете. Ну, вы видели, сколько он урона блокирует? Это просто трындец какой-то. Давайте заберем палочку. Еще один скелет, замечательно. Убрали скелета. У нас, кстати, присутствуют сюрикены. Как вариант их поставить на метательный слот. У нас их целых 5 штук. Это электричество, если я не ошибаюсь. Электричество крайне эффективное в воде, она будет большую площадь забирать. Электричество — это будет парализация. Давайте подождем эту гниду подползающую. Эта скотина нас, скорее всего, сейчас притягивать будет. Да, предсказуемая скотина. Выбираем палочку, как я говорил. У нас ДМ. Ну, с ДМом не стоит ему в лицо идти. Это маг, он вам урона много напихает, пока вы до него не ползете. Потому что он рейнджовик. А рейнджовик в большинстве случаев земля. Земля шикарна. Давайте убедимся в том, что земля не проклятая. Земля не проклятая. Давайте ее переставим. Теперь у нас есть физ защита, милишный бой. Нам осталось просто ее настакать себе. Нашли два свитка. Один опознание, второй улучшение. Улучшение, конечно, в идеале вложить в броню. Давайте накидаем себе физ защиту. Я надеюсь, скелет нам позволит это сделать. У нас уже чуть-чуть физзащиты есть. Целых 12 брони. Собственно, этот страж несчастный, который нам обычно пробивает защиту. У него просто до хрена урона, оказывается, почему-то. А палочка, скорее всего, где-то плюс 1, потому что очень много мы смогли с помощью нее кастовать. Стандартная палочка 0, точнее, она имеет 2 заряда, а это, скорее всего, около 3 зарядов, то есть она плюс 1. Ну, в принципе, ничем особо не примечательно. Давайте подвигаемся дальше. А, собственно, это гигант. Гиганта сейчас покатаем, а хотя мы... Гиганта у нас не получится покатать. Гнида, страшу. Какой же ты гнида, а? В идеале, конечно, поджечь гиганта, чтобы он наносил дополнительный урон. Давайте-таки попробуем переодеть еще раз щит. Понятное дело, что они нам нанесут урон немного. Щит все-таки блокировочно сработает. Рано или поздно мы зелье силы найдем 14, а у нас в данный момент 13 сил.
Правда, единственное, у нас урона в лицо будет очень мало. Ну, по чемпиону оно и понятно. Чемпиона он и так блокировочку ловит. Накастовали себе немножко защиту. У нас нет места для того, чтобы все перетащить. А нам бы в идеале пробежаться до... Давайте перейдем на следующий уровень. Собственно, возьмем квест у нашего старого чародея. Он нам говорит, что хочет найти редкие легенды своей палочки, но он сам не пойдет. И он сам не хочет возвращаться с пустыми руками. И нам нужно найти пепел элементаля. И нужно иметь при себе что-то замораживающее. И он нам даст на выбор одну из своих палочек. Но нам, конечно же, нужны палочки в любом случае. Поэтому мы соглашаемся на этот квест. У нас особо выбора нет. Собственно, 13. Но она в любом случае будет мигать. Потому что нам не дают возможность выбора пока что. У нас, кстати, обратите внимание, 3 энергии накидало. Страж, это, кстати, очень плохо, то, что он стоит там. Собственно, это обычный уровень, ничем пока вроде не примечательный, по крайней мере, нам ничего такого не написали. Ну, то, что солнечные часы перестали отбрасывать тени, это не страшно, время до 7 утра. Собственно, ДМ, давайте его разбудим. Он, собственно, проснулся. Давайте подождем его. Мы опознали оружие, как я, собственно, и говорил, оно оказалось 14-е. По понятным причинам нам нет смысла использовать 14-е оружие, по крайней мере, пока мы не защитимся. Эта гнида нас притянула. Ну, собственно, это ожидаемая реакция от этой гниды. Получили немножко защиты. Это была та самая это. Собираем росинки, чтобы у нас была возможность выжить. Собираем также ритуальные свечи для того, чтобы призывать элементаля на специальной пентаграмме, чтобы выполнить квест чародея. Не хочет нам открывать дальше дорожку. Возможно, здесь проход есть, да. Собственно, свиток Бекана, но мы не можем его опознать, поэтому нам не получается пока. Выкидываем, собственно, меч, выкидываем щит. Хотя, я думаю, надо их просто выкинуть в пустоту. Давайте нам так и сделаем, просто в пустоту выкинем, пускай они валяются. В пустоте они нам не нужны. Мы вряд ли будем им пользоваться, поэтому мы, скорее всего, в идеале их продать. Просто их выкинем, большую часть. А что касаемо пустофрукта, у нас пока семечка. Хотя семечка и есть, в принципе. Можно было бы воспользоваться изменением семечки. Но у нас пока не из чего его крафтить. Имеется в виду. Нам подсказывают про наличие смертельной опасности. Забрали свиток Бекана. Это гигантский чемпион опять. Как же вы утомили, а? Давайте подождем, пока эта гнида гигантская подползет к нам. Забьем по понятным причинам именно мага. Потому что чемпиона мы в любом случае рано или поздно шлепнем, а вот мага мы заколебемся. Опознали палочку, да, она оказалась плюс один. Чтоб тебе. А это очень плохо, потому что скелет, этот некромант у нас заколебет. А этот нехороший человек будет постоянно притягивать. Поэтому скелета сейчас просто попытаемся раскатить. Важно оказаться именно рядом с некромантом, потому что со скелетом драться бесполезно. Обратите внимание, тут два некроманта.
Ну, некромант, ты в любом случае зареспаунились, блин. А, как плохо, что нет массовых палочек. У нас только палочка земли. Ну, хоть какая-то есть, и на том спасибо. Нанесем урон именно некроманту. Бить надо именно некроманта, не их скелетов, потому что скелетов бить бессмысленно. По возможности стоит бить именно некроманта. Ну, урон, как вы видите, вообще котейшный тут. Он еще страж половину урона блокирует. Собственно, подсказывает, что еще один страж присутствует, еще одна жирная гнида. Сейчас мы будем до пенсии, до своей пинать, видимо. Еще один некромант. Используем по максимуму палочку. Имеется в виду палочку земли для того, чтобы у нас была максимальная защита. Заминаем. Нашли еще одно зелье исцеления. Видим ритуальную свечу. Давайте ее подберем. ДМ. Это очень плохо. Кстати, очень плохая локация. Против магов. Это прямо капец какая плохая. Маг ушел. Хорошо, нам повезло. Тут нету. У нас просто нет защиты. Вот как вы видите, у нас нет защиты. И тут. А он еще и гигант. Офигеть. ДМ гигант, а? ДМ гигант. Давайте забьем ДМ гиганта. Видите, еле-еле. Прям смешно. Ускорение хорошо. Ускорение в любом случае нам понадобится. Ускорение закинулось. Нам подсказывают про что-то замораживающее, но я думаю, мы так попытаемся элементаля отпинать. Правда, очень больно вам будет, но я думаю, мы должны это пережить. Ведьмин стебель позволяет вам телепортироваться по уровню. Случайное место. Собственно, еще одна ритуальная свеча, ничем особо непримечательные. Это сейчас гнида нас будет телепортировать к себе. Поэтому не дадим ему это сделать. Отступим. Подождем, пока эта гнида подползет. Их либо двое, либо он пытается меня обойти. У меня земляная защита. В принципе, нам должно быть неплохо. Запертый сундук. У нас есть золотой ключик. Давайте посмотрим подход. Кожаная броня помусорная. Нам не нужна такая броня. Выкидываем ее. У нас присутствует еще один ключик и присутствует пиранья. А пиранья нам говорят о том, что здесь, скорее всего, одно из зельев будет невидимость. Давайте попытаемся угадать. Возможно, вот это невидимость. Да, собственно, мы угадали. Это, скорее всего, алхимик. Да, собственно, это ожидаемый алхимик. И, собственно, зелье силы еще одно. Давайте выпьем его сразу же. Нам бесполезен алхимик, когда... Это красный чемпион, растущий, очень сильная гнида, которая вас будет очень больно бить. В идеале, конечно, ее раздамаживать чем-то посильнее, чем у нас. Обратите внимание, персонаж немножко проголодался, его стоит покормить. Но не сейчас. Собственно, получили еще одно зелье, неплохо. Давайте покормим, у нас есть немножко еды.
А в идеале забрать то, что здесь лежит. Для этого стоит использовать зелье невидимости. Другими способами, которыми можно это сделать, у нас эти 6 единиц энергии, как вариант. Как вариант стоит попробовать еще опознание провязать. Давайте попробуем. Даже у нас даже больше энергии, у нас и 13. Провязаем опознание. Раз. Провязали опознание, узнали о некоторых кольцах, о некоторых свитках. Собственно, так, чтобы мы просто были в курсе. Нашли колыбельку, хорошо. Можно будет ее использовать. Свиток колыбельный имеется в виду. Давайте посмотрим, что в целом мы имеем в наличии. По свиткам мы не знаем только перезарядку. То есть перезарядку нам ДМ до сих пор не дропнул, что удивительно. А по зельям мы не знаем только... А мы все зелья знаем. Ну, собственно, по свиткам мы кольцо ускорения волшебства не знаем. Ну, не повезло в этом вопросе нам. А, в идеале, конечно, через инвиз пройти. Но нам пока не предоставили такую возможность. Давайте все-таки заберем. Убедимся в том, что у нас наличие места есть. А, включим инвиз. Невидимость. Ритуальная свеча, да, у нас вариантов не было, нам нужно было забирать ее. Чтобы пройти квест мага, нам нужно было забирать его. У нас присутствуют 4 ритуальные свечи, тем самым мы можем провести ритуал. Давайте. Еще один маг, давайте его возьмем. Нам нужна палочка, мы маги, у нас мы специализируемся на палочках, как бы это смешно ни звучало. Собственно, у нас 4 ритуальные свечи, в теории использовать холод. Давайте воспользуемся холодом, бросим лилию ледяную. Собственно, и теперь пользуемся ритуальными свечами. Раскидываем их, когда они будут в нужном положении, они начнут гореть. Обратите внимание, у них зеленые огонечки. Вверх уходит. Отходим подальше для того, чтобы... А если у вас локация не позволяет или вокруг много воды, рекомендуется встать на землю, потому что у вас ледяной элементарь просто приморозит. Собственно, активировался элементарь. Давайте нанесем ему некоторое количество урона. А это огненный элементарь, да? А против огненного надо драться именно в воде. Я придумал морозный элементарь. Сейчас, короче говоря, мы немножко подгорим. Немножко, это мягко сказано. Ну, давайте подгорим. Мы немножко подожглись. Но главное тут не стоять в траве. А, стоп. И еще важно избавиться от свитков. В первую очередь, конечно, колыбельную выкидываем. Свиток бекана сгорает. Ну, от одного успели избавиться, второй нам не повезло. Можно под себя кидать зелье. Вот, например, пока газ можно было под себя кинуть коррозийный. Но я думаю, газ для нас ценнее будет. Давайте разложим. Расщепим немножко этот парализующий. Собственно, ДМ и на расстояние просто огромное. Это отвратительно.
Расстояние просто ужасно большое. Да. А тут можно было проюзать кольцо стихий, чтобы просто чуть меньше урона получить. Это вдохновленный чемпион, с ним драться желательно в дверях, потому что это гнида та еще. Вдохновленный чемпион — это очень толстая гнида, потому что вы ее просто пизды будете бить очень долго. Из-за того, что она вдохновленная. Что мы получили? Декан, конечно, жалко, но фиг бы с ним. Не подумал я заранее об этом. Давайте подождем, пока уйдет стражник. Да, обратите внимание, дверь открывалась только что, и он ушел. Собственно, некромант. Обратите внимание, количество здоровья, которое у нас присутствует. Давайте покушаем. У нас очень сильно маг пробил этот элементаль. Наставим себе немножко защиту. Физой, конечно, бить стражников — то еще удовольствие. Нам предлагают либо магическая стрела, либо трансфузия. Палочки. Опять же, они оба неударные. Но как вариант можно использовать магическую стрелу дополнительную. Ну, либо трансфузию, чтобы дополнительно себя лечить. Либо наносить урон нежити. Ну, наверное, мы все-таки возьмем трансфузию. Для того, чтобы у нас была возможность 5 защиты все-таки получить. Вот. Поэтому возьмем пока трансфузию. У нас она плюс 2 даже. Колыбельную нужно будет выложить. Точнее, нам в идеале, конечно, нам бы поспать. Но у нас... как вы понимаете, пока нет такой возможности. Мы не готовы к боссу Тенгу. Нам для того, чтобы к нему быть готовым. Нам, чтобы к нему быть готовым, у нас теперь, обратите внимание, два щита. Один из них барьер. 6 ходов. Весь урон, который блокирует. И, собственно, каменная защита. Мы не готовы к Тенгу, но нам нужно как минимум желательно защиту от огня найти, но я ее не смог найти. У нас альтернативы никакой не было. Да, огня у нас нет от слова совсем. Это очень плохо, очень... Палочек контроля нету ни одной. То есть массовых палочек. У нас есть чисто ударные палочки в одну цель, что достаточно плачевно. Но в целом ситуация неплохая. Нужно будет, как перейдем к Тенгу, поспать. Провязать природных магов, либо ослепить этих элементаля и от него свалить. В идеале, конечно, пустофрукт сейчас бафнуть, но у нас сейчас, в принципе, 7 энергии, давайте бафнем пустофрукт, но нам он пока не поможет. Перезарядка, конечно, ценные свитки. Вот бекан, видимо, будет перезарядка. Знаете, что бекан — это перезарядка, но видите, у нас не получилось забрать его. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Андрей, всем пока.